За моей спиной Эрмитаж, Зимний дворец. Это вот ворота, которых штурмовали. Ну, там, фильм Эйзенштейна, вы помните. И мне навеяло, знаете, какую мысль? О том, что наша беда не в том, что мы не можем победить. Мы можем победить врага. Наша беда в том, что наши лидеры продаются, и мы теряем победу. И в очередной раз сегодняшняя жизнь доказывает эту грустную, к сожалению, аксиому. Понимание – это уже полдела. Будем жить.